находимся здесь по праву летописцев нашей отечественной истории. Сегодня нашим лауреатом является человек, имя которого известно, безусловно, всем документалистам. Это человек, труды которого на пленке, труды, я имею в виду, изучаются всеми учебными заведениями кинематографическими и телевизионными в нашей стране. Прежде чем позвать его сюда, я хотел бы, чтобы вы вспомнили одну из самых, может быть, знаменитых его работ. Называется «Зарплат в кинолетописи». И одна из этих фигур. Прошу вас. И поскольку тоже есть великая традиция, мастер напутствует молодых. Стране. Стране. Название фильма «Изловленный ловец». Производитель – кинокомпания. Производитель – кинокомпания «Мастер фильм». Режиссер Юрий Лебедев. Спасибо, Герцог. Мы знакомы много-много лет. И картина, которого я знаю, по-моему, с первой картины. Может, это на меня повлияет в какой-то мере. Документальное, неигровое кино и телевидение практически занимает на сегодняшний день ведущие позиции на всех каналах. В прайм-тайм, перебивая рейтингами комедии, я не знаю, документальные сериалы, документальные фильмы. Только на «Лавровую ветвь», вот насколько я знаю из пресс-релиза, в этом году было выдвинуто порядка 250 работ. Речь идет о номинации «Лучший короткометражный документальный фильм на кинопленке».
лучший короткометражный неигровой фильм на кинопленке в этом году. Фильм «Место». Киновидеостудия «Человек-паук». Номинация «Лучший полнометражный неигровой фильм» на кинопленке. Название фильма «Цветы времен оккупации». Автор Владимир Дмитриевич, режиссер Владимир Дмитриевич, продюсер Владимир Малышев и Антон Малышев. Что спустя 40 лет дама гуляйтера Белоруссии Вильгельма Кубы пришлет Елене Мазани, убившей ее мужа, письмо с предложением помириться. Спасибо вам большое всем, кто, кому понравилась картина и кто голосовал за нас. Появилось объедание, на мой взгляд, всякой развлекухой. И люди захотели живой жизни, натуральной жизни. И я это замечаю вот даже по реакции руководителей канала. Лучший научно-популярный фильм программы. Приз получает автор, режиссер и продюсер. Итак, номинанты, которые... Что, нет? Ой, ну слава. Итак, в финал вышли. Я не волнуюсь совершенно, потому что я уверен в том, что жюри поступило верно. Номинация «Лучший научно-популярный фильм» заслужил фильм «Саркофаг». Алексей Ханин. Мне приятно, потому что я очень люблю вашу работу. Человека в мире кино.
И он был бы счастлив, что вы сегодня здесь. Вы сделали замечательную работу. Я вас поздравляю всех. Он болит ужасно. Там уже держишь, уже не можешь. Так. Хочется опустить ее. Но нельзя. Итак, в номинации «Лучший короткометражный неигровой телевизионный фильм» или «Репортаж» «Елки-палки». Производитель высший курс основных режиссеров, режиссер и продюсер Сергей Раевский.
я увидел, против меня шел немец. Ну, почти двухметрового роста. Крупные черты лица. Лицо у него было перекошено какой-то ужасной гримасе. То ли от страха, то ли от этого самого. По-моему, он был даже немножко пьян. Рот у него был так перекошен, и вот отсюда у него, значит, до подбородка текла слюна. Номинация «Лучший документальный сериал». Название фильма «Черноморский десант. Три серии». Я что-то не знал, сколько надо... Производитель ГТРК телеканал «Культура», автор и режиссер Игорь Олимпиев, продюсер Александр Власов. Я когда ударил его, так у меня карабин проскочила, мушка карабина. Спасибо большое. Игорь Олимпий, спасибо. Спасибо. А что ты меня отдал? Потом. Нет, сейчас. Потом. Нет, сейчас. Потом. Нет, сейчас. Можешь трезво? Тогда. Дурная, Юля, да глупости. Сяда. Нормально. Честно, нормально. Да, напился опять. Когда жюри закончило свою работу, выяснилось, что две работы получили одинаковое количество очков. Я по праву заложенному в этом самом, как это называется, уставе, имел право добавить один голос одной из этих картин. А мне это не захотелось. Я думал, а что, нет, а чего, ну, можно еще одну. Я зачитаю. Итак, номинация «Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм» или фильм, снятый на видео, фильм «Мамочки», студия «Вентов» и компания. Заявлен
номинации, полагаю, тоже имеет отношение, как бы желание победить. Боюсь, что теперь нам не удастся вместе работать. Как-то вообще жизнь сводит так. Вот. А на самом деле, я хотел сказать большое спасибо. Обладатель второй статуэтки, которую сейчас я вам покажу, это Горбачев, Козин Ильберий, телеканал РТР, автор Айсан Гельман и режиссер Виталий Манский. Я просто как-то не очень, в конце концов, ожидал, вот немножко переживаю по этому поводу. Может быть, мой продюсер что-то скажет лучше. Я переживала больше.